спускаю с горы на милитари. Ага. Я хуй знает, погнали дальше. Пролутался уже? Ну, я тут, да, все прохуярил. Может, наверху что заспавнилось уже? Убили. Убил. Пиздец. Блять, вин, он не один, блядь. Я посижу тут, если никого не будет, то я пока все, наверное. Вижу, давайте... тело спускается на военку со стороны вышного, ну, между новым и вышным, короче. По полю подбегает уже 100 метров. Вижу. На палатке спускается? На кастомную новую военку тут. Ствол за спиной. Слышь, он по левую, с левой стороны залазит. Я ему дал, ему похуй. Опа! Это кто? Не знаю, это по мне. Здорово. Я на разрушке. Здорово. А чё за француз? Напротив руин. Убил. Убил? Да. Француз? Нет, справа от француза кирпичка. Я его рот топтал, если он не забыл. Я в тюрьме. Вон он в тупике лежит, ебать. Сука, попал, блядь, еще хуево. Убил его? Казарма открыта. Должно было быть открыто КПП. Вот из КПП кто вышел? Нет, нет, нет. Из КПП тело вышло. Тело бежит на вересине. Да, не стоит сейчас. Давай забачу его сейчас. Не надо. Так он перебегает. Он бегает там. Да, с повязку. Сейчас меня убили, забавится. По мне. Опа. Я в обмороке, я вон. Это не он. Справа. А где ты упал, Сань? Камни почти к бетону. Так, слышу тебя. Убил. Красава, лучше, Саня. Розовую повязку, по-моему. Ага, это сейчас, значит, а этот второй пойдет, скорее всего, к тебе. Я буду сейчас в контр... Он ушел туда, за гору, я его потерял. А, ушел, да? Угу. Он сейчас может пойти через разлом, Сань, к тебе. МДСЗ разлом. Он там, он вижу, там. Вижу, да-да-да. Двое их там, сиреневые повязки. По одному дал. Один, все, да, валяется. Второму нет, не попал. Второй... Рядом. Этого добил. Я у дуба лежу. Я терял его, где он? Не понимаю. Он прям на самом верху, короче, получается со стороны выбора сейчас. Последний раз ты, значит, видел его на камнях, да? Один на камнях, да, один там где-то вдоль дороги шел. Блять, нет, хуячит по мне все еще. Все, я вообще снимаю. Убил. Хожу. По мне сейчас глушитель стрелял. Да, это я его убил, это который с фиолетовой, это была повязка. Я в тюрьме. Кай. Так, ну если он по тебе стрелял, значит он по тебе дал инфу, по сути. Да, они сейчас бегут за мной, этот Илья. Я к ручью отхожу. Так, вижу вроде гилика, да, вижу. Где? А, бля, не могу объяснить, я знаю, какие кусты его контрю. Так, он бежит дальше по полю, смотрит этот.
Попал, убил. Хорош. С БК 133 ты убил? Нет, я стрелял. Не, это дробаш. Блять, она сейчас начал он ванкунчить еще. Чуть больше креста у меня. Больше половины. А, все, добил его. А, там зомбарь. У меня в казарме. Это вы? В казарме чего? Ты живой? Я да. Что-то я не пойму, где он, но с какой стороны. Попал к нему тоже. Я. Где он бегает, ёбаный в рот, я его не вижу нихуя. На камнях я упал. Меня шел. Сзади. Да. Бля, и меня тоже шел. Мы его пробежали. Да ладно. А, ебать. А, ты на первом этаже в штабе? Да-да. По нам, Серёг. Да. Я его не вижу, он где-то на ручье. Ты на самом? Мы за вторым, что ли, блин? Я поплатил сейчас. Я за внешку. Хуй поймешь, где он там. Можешь прикрыть сейчас? Ты где сам? За стогом сена сижу, блядь. Понял. Давай. Попробую. Один вон, сразу перед дверью, один слева. Он, да, за сараем же железным. Сейчас попробую обойти его. Давай. Там стоит все, Серег. Направо ушел, да, все, вот. В сторону этого сарая побежал. Ага, вижу в поле, Саня. А, он уходит вообще. Дал ему точку. Я его не вижу. Я не вижу. Он в сарайку, наверное, забежал деревянную. Да, он в деревянный, Серег. Только что видел его. Я вот, если что, целю, контрю. Дал еще шот. Два шота дал. Он внутрь забежал. Закрыл дверь. Надо его дохуяривать. Просто тупо прострелом брать. Ну, у меня дробаш. Ты бежишь? А, да-да-да, я туда прям подбегаю. Он сейчас на релок уйдет. Все, иди лутай его. Сбил его. Я ушел. Сань, к тебе бегу. Один остался, да, там? Один, да. Он на крыше? Да. У него двери открыты, закрыты? Я, по-моему, сейчас посмотрю. Чекни. Открыто. Но ты посиди, слушай, короче, его. Я на вышку полез. Че, он вообще замер без движения. Я его вижу. Положил, все. Добиваю, я не знаю, может он еще живой остался.
Ну, убил тебя. К тебе с вами бегу. Ага. Да, и ты меня лагаешь. Двери не закрываются. Да, у меня была такая фигня. Санёк, по тебе? Да. У меня игра еще свернулась, блядь, не вовремя. А как, откуда? Блин, я так, честно говоря, и не понял. Сам не понял, нихуя. Чё, на с этой вышки, что ли, ебаные уебали по мне? С которой я только что стрелял. Чекните вышку. Ну, там нет никого. Лол, значит, настолько лагает сервак, что когда, короче, забежал, лег, и после этого по нём был выстрел, я в ахуе, блядь. Я даже игру свернул, блядь. Кто стрелял? Не-не-не, это не тут кто-то. И захожу. Бля, пизда, мне одно попадание, все. А у меня даже, по мне горячий клавиш не срабатывает. А, на балконе он. Походу он тебя запалил, Серёг. Не-не-не-не-не. А, убил. Там у него патроны еще заберешь. Заебись нахуй, а то кто здесь капкан Канта? Нахуй поставил? Так, ну я через пригорок пойду, через каменные кладки опять попробую. Проломи зомби там ходился. Так, подожди, вижу кого-то, не пойму, кто-то ходит, где лес этот, БТР. Вот ты прям туда бежишь. Только левей, он там слева от тебя будет. А, зомбарь, согласен. А, зомби, да. Все понял. А тут труп... Опа! Тут есть кто-то. Тут труп валяется на первом этаже. В штабе. Ты, Серег, да, там запрыгиваешь? Давай, я ко мне сюда. Я иду. Сань, бегай там, стреляй по нему. Вот. Я подбегаю. Ты говоришь, он в комнате? Он сейчас Серегу его ебет. Выбежал. Меня убил. Одна пуля в шлем, прикинь. Так я тебе говорил не подниматься. Я не поднялся, он выбежал оттуда и через проем. Давай. Выбежал, он на крышу пошел. Блять. Сейчас еще убьет нас. Я понял. Что у меня за руина, посмотрите. А, у тебя он в голову попал. Один в черном, один в зеленом. Я тут центральный занимать. А не вследствие те, про которых мы думаем, то они хуй встанут. Вот он бегает, я его просто споймать не могу. Сука, ты как скажешь, как отрежешь, блядь. Кто здесь тут, блядь? Ля, кто здесь стал? Гилик. Гилик, вижу. Попались в капкан мой. Капкан сложен. Не пойму. Новый стоит. Он хромает, что ли, не пойму. А в капкан мой попались. Кто стрелял? Я по капкану. Не знаю, он. Ну, он перекатывается. Да, ладно, он шот, но он... Похуй ему это. Я убил кого, нет? Да. Всё, окей. Ебать, нахуй, размен такой жесткий, он мне попадает, короче, в голову, я вон куси падаю, я его убиваю. Убил меня. Ты в гелике еще один. На втором этаже справа, получается, как заходишь. А ты что, заходил туда, что ли? Да. Здесь же умирают от попадания в руку. Да, он перебежал на... Убил? Опа, в него... Ох, кто-то, да, он упал. Все. Я пока займу первый этаж, тупо послушаю, хотя бы там есть кто, нет?
Еще одно тело. Не шевелись вообще. Мне надо понять, где он. Он слева. Ты шевелился, нет? Блядь, Дим, можешь просто стоять, не шевелиться? Я просто вообще не понимаю, где он сейчас. Ага. Он справа все увидел. В комнате, справа, вот здесь вот. Иди быстрее занимай первую однушку. Ой, двушку. Быстрее. Понятно. Бля. Стой, не шевелись. Я тебя услышал. Ты без сознанки? Вырубил. Мертвый. Сука, даже смешно, блядь, получилось. Зашевелись. Убил. Хорош. Они к главному входу зашли, все. Вижу, вижу у входа. Зашел один. Да, да, да. Второй этаж там же? Видел только одного. Закрыли дверь. Второй по внешке ходит. Второй подбегает. Один размен. Один остался там.